Итак, всем привет! Сегодня мы с вами будем создавать 3D инвентарь на C-Sharp, вернее 2D инвентарь, с помощью стандартного GUI. Также потом, может быть, создадим и 3D, но пока начнем с 2D инвентаря. Вот у нас есть простая сцена, игрок. Приступим. Вот изображение из всех слотов. Да, керосин, лампа и спички. Так вот, возьмем. Во-первых, сделаем их тип текстуры GUI. Так, дальше создаем скрипт create C# script inventory. Это наш контроллер и item. Это вот скрипт каждого слота. Так, дальше идем у игрока, создаем объект, добавляем это items. Объект. Тут будут храниться наши слоты. Перетаскиваем, называем его по миру. Lamp. Лампа. Так, идем дальше. Вешаем на него скрипт item. Так. И продублируем. Удалим. Это будет у нас inventory объект. Так, на инвентаре вешаем скрипт инвентаре. Сохраняем сцену. Открываем item. Сначала там простые параметры сделаем. Первое. Public int count. Количество. Потом. Public string. Description. Описание. Так, возможно, ошибка в слове. То, что я на английском не особо силен, ну да ладно. Так, дальше. То есть описание, количество. Ну, пока этого хватит. Конечно, у вас в своих играх там большое я сделал. И 3D инвентарь, и 2D инвентарь, так куча функций, но для урока возьму только базу как для примера. Идем дальше. Вот видим лампы. Количество 0. Идем один. Описание. Так, описание сделаем. Керосиновая лампа. Готово. Сохраняем. И теперь делаем инвентарь. Начнем. Открываем скрипт инвентаря. Создаем переменную. Первое. Public bool show. Это вот отображен для инвентарь. Теперь void update if input get key down key code и show равно не show, то есть это противоположное. И void on GUI if show, то будет тут отрисовываться наш инвентарь. Идем дальше. Переменную к нашим public skin. GUI skin. Skin. И тут if show GUI.skin равен с нашему скину. Так. Отлично. Дальше рисуем окно. GUI.window. Первое. Это ID 0. Дальше. Rect. Функция. Так, rect. Потом функция. Inventory. Inventory body. Функция за. И текст. Inventory. Так, готово. Теперь делаем void inventory body. Int ID. Так. Положение 0.0. Screen.width и screen.height. То есть по всему экрану будет у нас инвентарь. Inventory body, это вот там инвентарь. Так. Ну что ж, идем сюда. Ошибок, конечно же, быть не должно. Идем сюда.
Дальше. Зачем GUI скин? Скин есть. Скин. Один тут уже тоже не порнул. Так. Так. Вот у меня как бы игрок уже есть, да? Нажимаем I. И у нас появляется окошечко такое вот, как видите, да? Вот. Тоже немножко посмотрим, как со скином работать. Если у вас какие-то проблемы, вот смотрите, берете, открываете Wi-Fi GUI. Вот ваш любой GUI скин. Window. Вот он. Шрифт. Назначаете. Да. Так, как она дальше. Вот он цвет. Вот белый, зеленый, потом белый. Дальше overall. Вот текстура. Так, где текст, вот он наш. Его опустим пониже. Вот инвентарь. Вот, у нас открылся инвентарь. На I жмем, открывается, закрывается, все нормально. Так, теперь будем включать компоненты. Public. Public. Mouse look. Так. Public mouse look. Camera. Первая камера. Дальше идем. Public mouse look player. Вот две камеры берем. Так, и show. Проверим if show, если enter. Если нет. Else. Так. Player.enabled false and camera. Так. Так, мне все-таки сейчас будет Unity противиться, поэтому назовем просто cam. Так, cam.enabled false. Теперь копируем. Вставляем сюда. Тут будет включено. Так, и еще проверку сделаем. If player. Так, проверяем. Включен ли? Если да, то выключаем. Идем в Unity. Однако у нас не задано. Даем. Так, камеру и игрока запускаем. Вот на I блокируется опять. Так, не разблокировалось. Решку-то берем тогда. Разблокировалось. Все отлично. Итак, продолжаем. Открываем. Дальше Moon Behavior. Так. Вот мы с вами сделали открытие самого окна. Теперь мы создадим с вами массив объектов Public. Подключу новую библиотеку. Сначала using system collection generic для листов public list items типа item равен new list item. Запускаем. Вот у нас лист слотов. Вот примерно 25 слотов. И первый, это очень простой инвентарь, но все-таки первый ламп и тим. Так, инвентарь боди. Так, вот идем дальше, переменные игрока.
Тут дальше может ввести уже там деньги игрока, весь рюкзака, и это все будет здесь отображаться. Идем тут public float max mass 50 килограмм, то есть максимальная подъемность груза игрока. А для дальше public float core mass, текущий масс равен 0. Так, создадим функцию update все это public update mass float mass float mass mass правильно. Так, и core mass плюс mass, это будет вернее add mass избавлять. И void rebuild mass, то есть будем полностью ее обновлять. Так, core mass равно 0 и пускаем цикл for for, так, продолжаем. Int i равно 0, i меньше i teams count, то есть если меньше всей длины листа i плюс плюс, if i teams i точка count больше нуля, то i teams, так, то core mass плюс равно i teams i точка count умножен на i team i teams i точка mass. Теперь создадим переменную mass public float mass. Так, и он будет, то есть цикл перебирает весь массив, если количество больше нуля, то он добавляет к общей массе массу этого объекта в рюкзаке. Так, сохранение, дальше. Так, и в старте прям void start rebuild mass. Теперь в старте будем делать все это. Теперь начнем инвентарь. Так, пока мы сделали с вами подготовку, в следующей части мы продолжим уже писать сам инвентарь.